Всем здорова, друзья, с вами Спикер, и мы в GTA, и сегодня поиграем на карте СКС. Как вы знаете, это карты СКС 1.6, и, кстати, очень довольно популярна. Я не помню ее название, но сегодня можем с помощью этого мода просто погонять на этой карте и пострелять. Можно от третьего, можно, конечно, от первого лица погонять, и там меня уже кто-то шмаляет. И сегодня погоняем, конечно, на этой карте. Сразу можно чувака снести с РПГ. Так, отдыхай, чувак. Ну что, у нас, в принципе, сегодня есть Тревор, у нас сегодня есть большая разновидность оружия, можно взять даже гранатомет, если у нас есть РПГшка. Есть РПГшка, и с помощью РПГшки можно просто всех выносить. Ребята, расставил очень много, больше 100 количеством, и сейчас будет заварушка. Ох, как они отлетели. Обалдеть, ребята, автоматы есть. Еще одна РПГ прям в него. Может сделать даже кувырок. Красивый кувырок не получается, слишком не тот угол. Вот так, кувырочек и прям в него. Чувак, это больно, я знаю. Обалдеть. Да, карта очень известна. У нас есть чоп, который бегает вместе с нами. И он даже лает. Он лает на кого-то. Хорошо, берем автомат и побегаем от третьего, от первого лица. Убьем все ботов, которые я расставил. Оп. Прямо в стенку. И прям хедшот. Вот такой хедшот хороший. В принципе, карта очень популярна. Жалко, я не помню этого названия, это карта. Ну и, друзья, напишите в комментариях, есть, конечно, вы гоняли на карте и, конечно, играли. Был нежданчик какой-то. Такой урок и сразу гасим. У нас ребята с хиппи, у нас ребята с РПГ, с автоматами. И не даем ни единого шанса. Гасим сразу его. Так что у нас сразу за углом. В принципе, карту я хорошо знаю. А вот ребята расставлены довольно массивно. Сейчас начнется заварушка. Можно, в принципе, прямо из укрытия. Какой в КС-очке у нас нету. О, как его сняли. Обалдеть. В принципе, у нас есть РПГшка. И сейчас можно РПГшку держи. Как он отлетел. Обалдеть. Где? Кто? Кто шмаляет? Держи РПГшку. И прям вниз, обалдеть, упал. Чувак стоит даже и не замечает ничего. Держи хедшот. Оп, отдыхай, чувак. Он отдыхает, он еще меня прессует с какой-то стороны. Еще справа, сейчас справа есть. Сверху есть. Сверху есть, внизу тур, походу, есть, ребята. Да, внизу тоже можно пройти. И кто-то меня внизу шмаляет. Вот он, прям передо мной. Он испугался, что ли? Кинь ему гренку, держи гренку. Оп, сейчас испугается, реально. Давай, давай, взрывайся. Ох, какой сальто, обалдеть. Бежим дальше, что у нас дальше по карте? У нас, по идее, можно две взрывчатки положить. Тут меня прессует сзади. Тревор, конечно, сегодня всех вынесет. Можно, конечно, респануть. Ох, обалдеть. Это я просто на удачу. Я уже, в принципе, его задел, и поэтому он отлетел в сторону. Хорошо, заходим сюда. Здесь тоже можно взрывчатку установить прям туда. Это мимо полетел. С проктом есть. Вот так можно в укрытие уйти. В КС-ке такого нету. У нас есть такой в GTA-шке. Можно уйти в укрытие. Пол обоймы мы всадили. Можно выйти в укрытие. И можно вот так приезжаться. Можно взять, наверное, дробовичок и хорошенько обшмалять. Вот так. Просто реально. По печени. Обалдеть. Так, хорошо, штурмуем. Штурмуем, наверное, тот проходик. Там есть ребята. Есть ребята, и они прессуют меня. Вот так, дробовичком. Жалко, такого нет в КС-ке. Да что ж, мимо. А, слишком далеко нужно выбрать вот таким акаром. Снова мимо. Бывай, не бывает. Честно, все, держи. Обалдеть, прям в него. Он словно завис, что ли. Эх, заходим. Держи РПГшку. Пролетел большой самолет мимо меня. Обалдеть, ребята. Испугался? Даже не испугался. Я, походу, реально испугался. Он еще живучий, что ли? Нет, он, походу, остался последний. Держи хедшот. Может быть, ты его ранит и поиздеваться. Нет, он просто сдох прям в углу. Есть еще один. А если интересно поставить автоматы прямо из КС-ки и, похоже, хорошая идея, друзья. Хорошо, у нас, в принципе, осталось еще вон там местность зачистить, но пол карты мы уже пробежали, так что побежали дальше. А как интересно, он будет от первого лица. Правда, виден у нас шлем, но ничего страшного, это тоже довольно удобно, комфортно. И чувак на земле. О-о-о, прям в рукопашку, в рукопашку. Это обалдеть, такого, конечно, в КС-ке нету. Так, чувак улегся, но он еще живой. Так, он просто сдох. Добьем его. Так, справа никого у нас? Есть кто-нибудь справа у нас? Там, походу, чья-то тень стоит. Или нет? Нет, это есть тень. Он с другой стороны точно кто-то был. Хорошо, переключим камеру, потому что так неудобно смотреть. Их там слишком много. Тревор, мы должны всех сегодня вынести. Так, 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 меня прессуют слишком там. Держи. Сразу троих, но у нас перезарядка не вовремя.
Так, сделаем кувырок. Кувырок и прямо отсюда. Нужно было взять дробовичок. Так, только мне кто-то писает по заднице прям. Сразу троих. Обалдеть. Ребята, спокойно. Долго перезаряд, как идет же. Отдыхай, бро. Нормально разлегся. В принципе, у нас есть еще РПГшка, дробовичок. Можно взять снайперскую винтовку. Как интересно это будет смотреться. Я, кажется, кого-то задел. Нет, никого не задел. Нормально. Посмотрел так. Хедшот держи. Кажется, кого-то я вынес. Сразу двоих, что ли? Я сразу двоих. Обалдеть. Довольно прикольно получилось. Можно уйти в укрытие. Тут не ходит в укрытие. Ух. Обалдеть. Сейчас, секундочку, возьмем РПГшку. Сделаем кувырок и отправим туда прямиком. В ад. Как больно. О, сколько... Кто у нас у самой главной? Больше РПГ нету, в принципе. А можно респануть и ребятишек еще. Да, можно хоть кого респануть. Мы это сделаем раунд второй. И на раунде втором обязательно, друзья, мы сделаем побольше ботов. И больше, наверное, своих еще. Так, гасим всех. Прям по руке. И готов, что ли? Сзади тут не дать никого у нас. Отдыхай, бро. Сверху вижу. Ох, без РПГ. Нормально. Ребята у нас с автоматом, пулеметами и, конечно, есть РПГшки. Заберем патрончики. Нам пригодится. Ох, прям по заднице. Все нормально. Кто-то меня присанул. Прям вон он. Ух, поверху пролетело. Довольно жарко. Прям в мордашку. Ну, в принципе, труп. Так, слева у нас есть, слева у нас тоже. Отдыхай, бро. Хорошо так разлегся и отдыхает. Так, ушли в укрытие, походу там осталась последняя местность. И еще сейчас, где он? Вот, гасим. Ух, он прям своего, кажется. Нет, очухался. Так, сейчас будет стрелять, и можно, в принципе, прям по ноге. Оп. Хотел прям своего, чтобы он стрельнул. Но он, походу, уже просто сдох. Так, сделаем перезарядку, у меня даже здесь горит. Ну, кстати, текстурки прям точно эскизки 1.6, если я не ошибаюсь. Слишком далеко, ничего страшного, сейчас загасим его. Так, ближе, подходим. Ну, ребята, остались всего лишь двое. Оп, нормально. Прям в гора, прям помучает спускай. Словно пьяный. Да отдыхай, бро, уже. Этот сдох, не сдох? Он точно сдох. Есть еще сверху. А можно взять снайперскую винтовку и издалека уже вынести его. Слишком далеко, что ли? Нет, конечно, не вынес. Хорошо, у нас есть еще РПГ. Сделаем перекат. О-о-о-о-о! Обалдеть, свой вроде меня прилетел. Чувак отлетел, как сальто сделал. Тоже РПГ, что ли? Кто быстрее? Оп! Кувырок. Еще кувырок делай! О, мимо. Держи. Обалдеть. Это больно, чувак. Я знаю. Тут у меня что все-таки прессует. Они тут со всех сторон. Обалдеть. Расставлен, конечно, очень много. И летит в меня прям. Чувак отлетел. А есть у нас, по идее, еще пулемет, друзья. Так что можно взять пулемет на перевес и загасить его. О-о-о. Вот эта тема, кстати. Пулеметом на перевес. Это просто жесть. Всех можно расстрелять. Кто мне еще прессует где-то? Так, где-то прессует. А вот снизу что-то. Гадюныш какой. Нет, остался еще один. Вот теперь уж точно все готовы, друзья. Обалдеть, как они разваляются. Он еще трясется, что ли? Ноги трясутся, в принципе, и все. Да, это на вся карта. В принципе, тут больше 100 ботов было у нас, и мы всех их загасили. Обалдеть, здесь у нас никого нет. Есть еще последний. Прям вплотную просто по жести вот так его уже. Он готов. Сделаем перезарядку и, конечно, перезапустим карту. И уже вместе с ботами мы прокатимся еще по этой карте. Раунд второй начинается, друзья. И вместе с ботами будем гасить всех террористов, которые есть на этой карте. Обалдеть, самолет пролетает прямо над нами. Ну что, ребята, мы идем вперед, мы гасим всех. И с помощью пулемета можно реально ништяково просто отстрелять. Обалдеть. Ребята, давайте за мной. Они почему-то не перемещаются вместе со мной по этой карте. Они, видимо, не бегают. Их можно, по идее, респануть, но они просто будут стоять и отстреливать. Но это не найс, конечно. Хорошо, пробегаем еще раз по этой карте. Постреляем всех, загасим всех остальных. Ребята, прикрывайте меня. В принципе, они стоят на месте и просто гасят. И прям по заднице. Нормально. Отдыхай, бро. Так, сделаем перекат и сразу в грудь. Так, это готов, у нас тоже уже готово. Да, ребята тут зачистили, в принципе, нормально респанул. И сразу все готово. Оп, сразу улегся. И на землю, обалдеть. Там, я помню, у нас было очень много. Ох, там есть РПГ, там два есть РПГ. Можно, в принципе, респануть прямо вот сюда. И пускай ребята отстрелятся. У нас, по идее, он уже против ботов, значит, против ботов. Давай, вот так респанем, и все. И сразу вместе его начинается. Обалдеть, вставай, бро, гаси его. Где у нас РПГ? Это уничтожим. Есть еще сверху. Нет, вон тот справа.
Не, мы тоже ответку. Мы тоже ответку РПГ им скинем. Держи РПГшку. Обалдеть. Как он вылетел. Прикрой меня сверху. Еще одна РПГ. Сразу двоих, троих вынесли. А справа у нас кто-нибудь есть? Свесь, свесь сверху. Как он подлетел. О, снизу есть. Да, против, конечно, РПГ, они, конечно, не устояли. И уже много трупов у нас есть. Хорошо, респавним прямо вот тут, пускай ребята прикрывают меня. Вниз они спрыгнули. О, гаси, гаси его, гаси его! По-черному гаси! Нормально, прям вплотную. Прикрывайте меня, они, походу, еще снизу есть. Да, есть снизу, можно снизу тоже пройтись. Так, он еще живой. Нет, не живой, ребята, прикрывайте меня. Тут я пошел дальше. Обалдеть. Можем, в принципе, выбрать, наверное, дробовичок. И, наверное, заходим прямо туда. Там у нас, походу, есть РПГ, помню. О-о-о, прям туда есть. Хорошо, делаем, наверное, ребят прямо тут. Пускай они отстреливают вот таким макаром. Вон там! Обалдеть. Берем, наверное, пулеметик и заходим прямо туда. На огонё. Жесть, жесть, держи. Не могу зайти даже сюда. Сверху есть, вынесли его. Прям в меня. Обалдеть, я живой, все в порядке. Так, и где-то прям слева тоже есть. Бро, отдыхай уже. Он готов, и где-то прям слева... О, даже меня не заметил. А вот РПГ тоже не заметил, где-то прям вылетело именно отсюда. Здесь можно поставить C4, хотя у нас, в принципе, есть C4. Можно, конечно, и установить. А что у нас есть? У нас есть... Нет, не нужно C4. И коктейль молотом. Можно, в принципе, коктейль молотом закидать прям через стенку. Такого, конечно, в КС-ке нельзя сделать, но можно сделать в GTA-шке. Хорошо, берем пулемет. О, у нас тут есть ребята. Есть ребята, и можно, конечно, кого-нибудь переспануть. Ну-ка, давайте, ребятишки, отстреливайте его. У нас, по идее, игра с ботами. Улегся. Лежи, бро, я тебя прикрою. Нет, походу, он просто сдох уже. Он просто разлегся и сдох. Ребята, за мной. Нет, конечно, не бегают за мной. Это, конечно, очень фигово. О, он едет, даже забыл про него. РПГ тоже забыл. Вот так, хедшот тебе сразу. Хедшотик, там есть еще ребята. И вплотную уже. Все, отдыхай. Хорошо, у нас там дальше тоже есть ребята, и можно респануть прямо вот сюда. Ребята, отстреливайте. В разные стороны. О, пролетел РПГ, ребята, давайте отстреливайте. У нас, в принципе, да, у нас карта с ботами, должны быть боты. Так, задействуем. Сзади никого, но у нас есть прям где-то вот тут. Прям тут, он уже готов, что ли? О, против РПГ, конечно, они не устояли. И ребята всех отстреляли, только погиб только один. В принципе, найс. Так, так, ушли в укрытие. Этого человека мы вынесем. Дальше мы тоже вынесем. Уйдем, уйдем. Нормально. Можно респануть прямо вот тут. И там их реально очень много. Так что ребята мне помогут. Прям в мясо. Словно всех в мясо, что ли? Да не может такого быть. Еще респанем. Месиво начинается. Один остался, что ли? Это слишком много. Прессуем, прессуем всех. Всех прессуем. Мне это еще четверо есть. Нам этого хватит вполне. Это больно было. Прям со спины, что ли? Так, подойду чуть поближе. Идет перезарядку. Не вовремя, чувак, делаешь перезарядку. Да-да-да-да. Как он трясется, обалдеть. Там прям у нас тоже есть РПГшки и... Успел, конечно, его зацепить. И он, конечно, уже сдох. Он сдох, отдыхает, пускай отдыхает. Ребята, сколько вам осталось? Трое остались, в принципе, нормально. А это был мимо. Или не имеем, прям в моих. Ох, жесть. Он все вынес, что ли? Это было больно. Так, тут никого у нас никого нету. Черные тела тоже есть. Много террора. И есть, конечно... А что он тут делал, интересно? Я, по идее, вот не респанул. Походу, просто отлетел сюда. Хорошо, мы идем дальше. Там есть РПГшка. И можно респануть ребят прямо вот сюда. Ребята, давайте все ваши террора. Гаси, гаси всех. Гаси всех. Мы просто понаблюдаем и посмотрим, как это будет происходить. Они идут вот так, они не идут вот так, конечно, очень фигово. Мы, наверное, респанем побольше и, наверное, чуть подальше можно респануть. Они стоят на месте. Нет, нет, мне нужно, чтобы они прошли чуть вперед, вот сюда, вот где у нас есть РПГ. Боже, боже, довольно быстро. Хорошо, штурмуем, заходим и штурмуем, гасим всех, кого увидим. Так, он готов. Так, беру чью-то головешку. Так, он тоже отдыхает. И у нас справа никого нету. Походу, все. Он тут отдыхает. Нет, есть еще. Зашкирился один. Так, не прессует. Кто-то прессует. Можно, в принципе, респаунить прямо вот здесь. И пускай ребята отстреливают уже последних. О, БРПГ где-то.
Готов, он готов. Можно, в принципе, взять дробовичок и спрыгнуть прямо отсюда. И уже остальных добить. Сейчас добьем одного, второго. Вот так, как же по КСК. И последнего. Давай, вплотную. О, обалдеть. Это было красиво, конечно. Ну что, друзья, с вами был Спикер. Увидимся в других роликах. Кто смотрел, спасибо. Всем удачи и всем до новых встреч. Всем пока.